Всем привет! Сегодня мы приготовим очень простой, очень вкусный, весьма пикантный салат из моркови по-корейски с сыром и сухариками. Для его приготовления нам понадобится салат из моркови по-корейски. Такой салат можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно в домашних условиях. Ссылочку на видео о том, как готовить морковь по-корейски, я оставлю в описании. Кроме моркови по-корейски нам понадобится колбасный копченый сыр, ржано-пшеничные сухарики со вкусом бекона и майонез. Такой салат готовится буквально за считанные минуты. Морковь складываем в глубокую посуду и теперь трем колбасный сыр на крупной терке. Салат заправляем майонезом. Добавляем сухарики. Все перемешиваем. Все, салат готов. Перекладываем его в салатник и сразу же салат можно подавать к столу. Такой салат нужно готовить непосредственно перед подачей на стол, для того, чтобы не раскисли сухарики. Я надеюсь, что вам понравится такой салат. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!